В предыдущей серии и... 26 марта этого года у Гума было днюха. Сзади меня. И как вы поняли, это дата, которая 26 марта была моей выдумкой. К нему уже подходит. А кто-то снял какое-то видео по Желику Гуму на разных языках. И там, и как оказалось, это дата рождения Гуму оказалась верной. Дореми понимает, что я создатель Желика, и я превращаюсь в Маджо, ведьму, короче, ведьму, у которой я фея-кошка, ну и т.д. А что было дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Охранника отведём, главное. Дура! Не стреляй в неё! Шутка! Пошли, да, что? Дата рождения Блу оказалась верной. Нет. Постанарись! Всем привет! Однажды у меня был период, когда я взахлёб смотрел просто кучу мультсериалов. И тогда я наткнулся на несколько очень крутых тайтлов. Пирика пирира попорито пеперито! Время, остановись! Я ничего не понимаю. Быстрее, быстрее! Знаю! Так? Тьфу! Наша жизнь сплошное аниме. И помните твердо, в сегодняшнем мире бесплатно даются лишь вздохи в квартире. Сюжет.